Друзья, гости канала, подписчики, всем привет! Сегодня хочу сделать тест с генератором, который делал. Нагрузка у меня будет обогреватель. Включать буду его на 1 киловатт. Он как бы и 2. Обрыва генерации нет, но на 2 киловаттах он греть не будет. Термометр поставил. Вот. На улице у нас в районе 0. Сейчас заправлю 50 грамм, в карбюраторе там есть топливо. Суть теста — посмотреть, насколько хватит топлива, экономность его при нагрузке. Нагрузка у нас постоянно киловатт и лампочка 100 ватт, кило 100. Также проверял перфоратор, включал как бы обогреватель и перфоратор, лампочку сразу. Напряжение падает до 160 вольт. Сейчас заправлю 50 грамм и запущу генератор. И говорится, в реальном времени посмотрим, сколько он проработает. Также я, получается, подключил остальные обмотки вот к розетке. Каждая розетка — отдельная обмотка, общий 0, и вот коричневый провод и черный провод, а второй, получается, черный находит сюда вот, на эту приборную часть. Как бы все три обмотки я запитал. Сейчас питаться у нас будет, получается, лампочка с одной обмотки, обогреватель с другой. Я пробовал обогреватель, перфорат вместе включать, как бы работают, но слабенько. Суть теста — как бы расход топлива при нагрузке, какой он будет. Сейчас заправлю, посмотрим. Заправил я 50 грамм. Сейчас ближе покажу, чтобы было видно. Миллилитров я заправил. Карбюратор тоже с топливом, потому что вырабатывать его лень было. Ну, сейчас при наличии карбюратора и топлива и 50 грамм, сколько он будет по времени работать. Ролик ускорять я не буду, ничего не буду делать. В реальном времени посмотрим. Нагрузка, повторюсь, лампочка 95 и обогреватель на 1 киловатт я включу. Какой-то нагрузка появилась.
Проработал 6 минут 15 секунд. Карбюратор также топливо осталось. Вот 50 миллилитров он скушал за 6 минут 15 секунд. Так, обогреватель наработал. Вот температура видно уже. Чуть выше 40 поднял. Ну это при максимальной нагрузке. Сейчас его запущу. Все так же сделаю и покажу вам напряжение, как проседает от нагревателя. Я его запустил. Подключил к баку. Напряжение. Сейчас включу нагреватель. 1 киловатт. Общая нагрузка почти 2 киловатта, и он как бы генерация не пропадает. Так вот, при максимальной нагрузке почти в 2 киловатта генерация не пропадает. Как ни странно. Ну и расход на максимальной нагрузке получается у нас 10 миллилитров в минуту. Ну там минута с копейками. Вот так вот он работает в нагрузку. Ну, в принципе, все. Все, что хотел, показал. Как бы опыт делал для себя, чтобы знать примерно его расход. Вернее, максимальный его расход. Потому что у меня нагрузка будет гораздо меньше. Это насос, лампочки, там ватт 300-400 всего. Ну, до полукиловатта максимум. Ну, все, друзья. Надеюсь, было полезно. Всем пока.